Проведем еще эксперимент один. Возьмем вот мрамор белый, натуральный, и покроем его золотом. Это будет продолжение направления новых декоров. Как в предыдущем видео вы видели, мы покрывали керамическую плитку золотом. Также мы сейчас возьмем натуральный мрамор и покроем его тоже золотом. В следующем видео вы увидите результат. Покрытие все влагостойкие. Мрамор и плитку можно использовать для декора. Эксклюзив.